Футбольные клубы Гомельской области протягивают подготовку до нового сезона. Обоих представники областного центра Гомель и Локомотив будут выступать в первой лиге чемпионата Беларуси. Про их планы на этот сезон ведает Вероника Гамзюкова. Футбольный клуб «Локомотив» у минулом сезоне спынился у кроку от пьедестала на четвертом месте. У будущем головная задача – перемагать. Кардинальных изменений у составе не отбылось. Команду покинули Владимир Старостин и Антон Шепелев. Зараз у планах тренерского штаба, который узначаливает Андрей Гравцов, узмацнить команду. У центре уваги – белорусские футболисты. Запланованы у межсезонье и шерах товарищеских матчей. Скорее всего, мы пойдем в футбольный манеж, вновь открывшийся. Будем заниматься в Гомеле до начала сезона. Спарринги распланированы. Вот ближайший 2 февраля со Славией. После этого Белшина, Спутник, Днепр и Гомель. У нас задача собирать полный стадион на Локомотиве и радовать свою игру болельщиков. Соответственно, стараться побеждать каждый матч. А что из этого получится, мы уже узнаем в конце года. Тем часом ФК «Гомель» в этом году вернулся в первую лигу чемпионату. Минулый сезон у элите «Зеленые-белые» завершили на 15-м месте. Команду покинуло шмат ключевых гульцов, изменился и головный тренер. Теперь клуб узначальвая Иван Бионшик. У планах на межсезонье так само шерох спаррингов. Яны стартовали сегодня с встречи с футбольным клубом «Минск». Для себя ставлю задачу побеждать. Вот, и для команды также стоит задача побеждать. Побеждать, радовать болельщиков, содержательным, интересным футболом, ну и, соответственно, голами. Что тычется остальных клубов Гомельщины, то у первой лизе будут выступать Светлогорский «Химик» и Режецкий «Спадорожник». Минулый сезон яны завершили на 11 и 6 месцах отповедно. Одинный клуб Гомельской области у высшей лизе чемпионату Беларуси – Мазырская «Славия». У сезоне 2019 яны финишовали на 8 месте. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».